Фернандо Торрес не ждет этой передачи. Давайте говорить Торрес и Оливер, чтобы было проще. Тем более, что на футболке у младшего Торреса именно Оливер-то и написан. Так что так его, наверное, будет. Его это тоже первое мадридское дерби. Таких сегодня не так много на поле. И за его пределами Рафаэль Бенитес, Кейлор Навас. 6 минут сыграно. Атлетико Мадрид, Реал 0-0. Пас на Бензема. Бензема. Летит Облак. И успевает ногу. Передача Касемиро. Направо. Тоже очень неплохой пас. Даниэл Карвахаль пролетает мимо Филиппе Луиса. Подача. Бензема. Гол! 1-0. Реал впереди. Быстро уже на 9-й минуте Мадрид. Судорожные какие-то движения, никаких абсолютно никаких разумных действий. Очень легко Карвахаль ушел от Филиппе Луиса, а Бензема от своего опекуна. На редкость простой гол для мадридского дерби. Но и удар Бензема отразить было невозможно. Кто его тут должен был держать, сложно сказать. Годин был занят Роналду. Или это был Хименес рядом с Бензема. Ближе Гризман пытался обыграть кросса и не преуспел. И теперь контратака Реала. Бензема. Пас на Роналду. И летит под... Этот пас не пройдет никогда и ни при каких обстоятельствах. Рамос его перехватил и пошел поддерживать атаку. Должна быть желтая карточка Габи. Знал, на что шел. Бензема, если бы получил здесь мяч и смог его отдать, последствия были бы, скорее всего, катастрофическими для Атлетика. Удобный, действительно, для голкипера. Ну, и у него травма. Бензема, фол. Хуанфран хватал француза. Так что надо согласиться здесь с арбитром. Вот видите, он и тоже могут дрогнуть. Каре, Гризман. Ему важно не расклеиться, а сейчас теряет мяч. Правда, сам же отработал. Сам выбил мяч. Неожиданный розыгрыш мяча. Прострел. Раньше таких розыгрышей за Атлетико я не замечал. А мяч не покинул пределы поля. В том числе и у Карима Бензема. Нет, все-таки покинул. Да, в какой-то момент пересек он. Пересек он. Доверяет Арбело. Подача, но очень низкая в исполнении Караско. Никому здесь головой не сыграть. Бензема. Перейра Караско заметен, в отличие от Торреса-младшего, но чего-то особо интересного он пока не демонстрирует. А Реал в контратаке. Роналду. Нет, у Роналду пока не идет игра. Штрафной Торрес, штрафной Гризман. Пас совсем неудачный. Перехватил его кросс, а дальше Годин бьет по ногам Бензема. Да, с проблемами и те, и другие по игре сегодня. У Реала это... В частности, форма Роналду по сегодняшнему матчу. И после того, как пенальти был не реализован, других моментов-то и нет. Отобрали мяч. Караско тут же его потеряли. И дальше нарушение со стороны. Как раз, по-моему, Хесе появляется на поле. Вместо Карима Бензема, автора пока что победного гола. Вот нам еще раз этого показывают. В одиночестве Бензема. И прошивает ворота своим ударом. Нет, не Хесе. Это Кова. Стерянного и не очень готового к настоящей игре. 1-0 Бензема на 9-й забил, но в концовке...